es un conjo extraño, pero según como yo estoy de un guardián guardarja, gatke ante guata de guanillo en el jota deca. La tua chesa gana dogo. Tonía de disastre de niot ne roh naraga. No da zido. Unde guana tu doca, nerunsta ne ha de rihuasete. Ya está otena de gurihuasete danis. Tuba ya, sego ancolayanda ne. Tuba guego tona yaguayere. Yata todi un guari hoda. Easy is that there rios. Oni un jeredzi ya ii. Ii ga de rios, na ya wat nene dosa agora da ya godon huzose. Mekzi wak de runi zi de odon huzohum. La dun hagedun sa ya da kokne ize. Da klori zi okna hoda. Higo oya gnyak ga haga tuna da rohu ne jor hant saga. Da nu zini joganenu ya unka deje tiswa ne das. Oknize. Ese swa ne das ne patriot. Kohne kniga skanek sa idu wada de waniyo ne. Sa dirty under de zero no ha gaan a tune nuh ne tiga one guantar aru na jat da widum. O honu rum ne dene rum der iyo su unkiri wa her hase aha di nuna zi jugwana stadum. Doga aya kia jat dar hase zero na der iyo. Ya to ta iza waire ne aya tia jat dar hase. Dezo dohen zoni ga diga aya kia jat dar hase ne oru nuya aru na jat da widum. Kaskanex ne dosa ganega is wa ya daraje ziwa de rio. Saskanex ki ne ya otena ta ye guaire. Nek ziwa kderuni zi ya gari wes to ta yo tunhage. Wa kderuni zi ne ingwa ya da wansar mja da deka. Ja, Shewer? Nektiyah ii gehre de gari iwesh. Ariko de wajot dansiran daam. O gari hoyewesh de gat nawandu ahcha. Tigo gari hoyeru nitsdu za chariu. Wet neshta ji zatni guhra wana, danu zatni guhra tani. Nekti gar haratsdu oni zi asiru hiaga. Ama gatsa nuniha ge akawisege, do gane gandu zi yata iza wagarunyak de. Dosa jajat ni gunha, asa dadet ni gunra ra gana de gudelu. Nona ama de rio seran dakne. Nona ama da de wanio hage, tone anga dorisa. Ayaan uski yo snore am dah ni zeri hewe. Ii oni. Dosa agu yok datse radun hagedu. Нужна помощь. Суему. Я хочу сделать для нее нож из особой стали. Я знаю, где взять железо. Но тот рудник английский. А долго его добывать? Ну, на все про все пара взрывов. Ты только постереги. Буду ждать у рудника. Это недалеко, совсем рядом.
Нужно приготовить взрывчатку. Когда грохнет, англичане как пить дать сбегутся. Точно. Я тоже кое-что приготовлю. Кажется, перед... Кажется, они идут! Кто-то на руднике! Быстрее! Кажется, они идут! Thank you.
Я все собрал! Пора идти! Яма. Проваливай, парень. Это не твое. Он уже еще один урод, ребят. Разделайся с ним. Вернись! Я ему пулю в висок пущу! Как вы? Ничего страшного. Спасибо вам. Что они хотели? Они приволокли меня сюда, чтобы показательно казнить дезертира. Простите, а вы кто? Конор, дезертира говорите? Я не шибко люблю драки, зато люблю эту страну. Вот и все. Я Дэвид Уолстон. Для друзей большой Дэйв. Могу я узнать, где вы живете, чтобы отдать долг, когда смогу? Правда, кузнецу сейчас много не заработать. Наша община недалеко отсюда. И нам точно не помешает хороший кузнец. Может, вы согласитесь поработать у нас? Что ж, так я расплачусь с вами куда быстрее. Решено. Где твоя мама? Я покажу! Отпусти! Ты напрашиваешься! На помощь! Умоляю, помогите! Что? Уходи! Зря вы это сделали. Я бы справилась. А так он вернется, и мне будет куда хуже. Почему вы не уедете? Это мой дом и мое дело. Я шитьем заплатила за этот кров. Лучше уж мириться с пьянчугой, чем бросать все нажитое трудом. А если я скажу, что есть место, где можно жить и трудиться?
без него. Подумаете? В чем подвох? Ни в чем. Наша деревня растет, нам нужны товары, любимое дело и новая жизнь. Я приеду взглянуть, правда ли это. Найдется минутка. Дела, большой Дэнь. Удалось вам выковать нож? Хочу поскорее отдать его Мириам. Сталь, которую выплавил Норрис. Редко увидишь такой отличный металл. Но мои старые инструменты его не берут. Мне нужны другие. Их можно недорого купить в парочке лавок в Нью-Йорке. Я бы и сам сходил, но у меня ищут солдаты. Так что здесь для меня безопаснее. У меня как раз есть дела в Нью-Йорке. Я загляну в лавку, когда буду там. Прекрасно. Добрый день, Конор. Я оставила в старом доме рулоны шелка. Они очень ценные, но возвращаться мне опасно. Как бы ни дошло до убийства. Вы не заберете их, если выпадет случай? Простите, люди добрые, не найдется ли ночлега и еды для усталого путника? Путника? Откуда вы? Из-за моря, из Лондона. Англичанин? Поверьте, я не слуга короля. Вы так добры. Спасибо. Мы тут спину гнем за свой кусок хлеба. А вы-то чем промышляете? Я хочу нести слово Божье тем, кто ищет спасения, а не пичкать им тех, у кого своя вера. Эти взгляды империи не по душе. Видит Бог, нам есть в чем исповедоваться. Мы с Олей скучаем по воскресной мессе. И Марии бы почитать Библию. Вместе мы уж как-нибудь построим церковь, если вы станете пастором. Конор? Что ж, господин пастор. Просто отец Тимоти.
Этого хватит на славную церковь. Благодарю, сын мой. Богу. Пруденс, вы целы? Что Конор, вы делаете одна в лесу? Хвала небесам! Роды начались! Надо отвезти вас к доктору Уайту. Нет, не могу! Возьмите лошадь, езжайте! Доктор Уайт, едем скорее. Что такое? У Пруденс начались роды, она в лесу. В лесу? Какого черта она там делает? Это не важно. Надо найти Уоррена. Сейчас? Да. Уоррен, вы здесь? Я тут. Что случилось? Где она? В каком она состоянии? Она мучилась. Совсем не могла двигаться. Бледна? Кровь была? Я не видел. Может, еще есть время. Скорее! Стой!
Здравствуйте. Здравствуйте. Кажется, я пока справляюсь. Доктор, все в порядке? Нет, не в порядке. Она рожает прямо здесь и сейчас, как я вижу. Он. На вид вполне здоровенький. Легкий, просто отличный. Не хочу вас торопить, но надо доставить вас и... Не придумали имя? Хантер. Вы курите, Конор? Нет, спасибо. Мы тут вспоминали день, когда Хантер родился. Признаюсь, никогда так не волновался. Я и не помню, считая ничего до той минуты, как он завопил. А после этого каждая мелочь врезалась в память. Красная рожица нашего Хантера. Слезы и любовь в глазах моей Пруденс. Запах земли и листвы. Это был самый радостный момент в моей жизни. Похоже, здесь все хорошо.